Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вот такая игра в лотерею «Тайна зодиака». Взял две оранжевых, одну зеленую, потратил 90 рублей. Надеюсь на крупный выигрыш. Друзья, напишите в комментариях, кто-то выигрывал серьезную какую-то сумму в лотерею «Тайна зодиака». Или кто-то собирал тандем из трех редких знаков зодиака здесь, дабы поменять на 6 тысяч. Объясняю, если вы еще не в теме. «Тайна зодиака» — это лотерея, в которой у нас... либо главный приз можно выиграть, либо там еще по сетке призов, несколько призов можно выиграть, либо собрать три знака зодиака, собственно, которые можно обменять. Это тандем так называемый, он есть на 100 рублей, на 1000 рублей, на 3000 рублей и на 6000 рублей. То есть, допустим, там Овен, Козерог, Водолей, к примеру, собираете. Ну, это я так условно говорю, там немножко другой тандем. Вот, и, собственно, вы выиграли. То есть, берете эти билетики, просто несете и забираете, допустим, свои 6000. Если в тандеме вы собрали соответствующий тандем. Как-то так, друзья, давайте подпишемся все вместе на канал Технобар Плюс, кто сейчас смотрит это видео, прожмем большой палец вверх под этим видосом и напишем свой маленький комментарий, есть смысл играть в эту лотерею или нет. А мы начинаем. Вот таким образом все здесь отрывается по типу лотереи «Узор удачи», в которой, кстати, главный приз не 200, а 400 тысяч рублей. Так, открываем точно так же все, конвертик, 50 рублей, отлично. То есть я уже 50% стоимости всех этих трех билетов верну. Вы знаете, довольно редко попадаются, кстати, 50 рублей. У меня, по-моему, даже ни разу не попадалось за все время игры в эту лотерею 50 рублей. Прошу прощения. Вот. И, собственно, что здесь будет? А здесь у нас Козерог. Козерог это... Кстати, друзья, ха! А Козерог-то редкий знак. А Козерог редкий знак, который нам... У меня есть Стрелец, у меня есть Водолей, кстати. И Козерог. Вот он редкий знак попался, который нам приносит 100 рублей. Друзья, в итоге с 90 рублей 50 я взял деньгами. И вот этот значок, как он мне приносит 100 рублей, я вам сейчас покажу. Вот он тандем на 100 рублей. Стрелец, Водолей, у меня эти билеты есть с этими значками, но мне не хватало Козерога. И вот он, собственно, Козерог. Кто бы что ни говорил, что не попадается или редко попадается, вот прямое доказательство того, что Козерог все-таки есть. И он нам приносит уже, собственно, 100 рублей. То есть 150 уже потратил 90, 150. Ну, я думаю, возможно, и здесь какой-то будет интересный значок. Либо деньги. Смотрим. 30 рублей. Отлично. В итоге, друзья, потратив 90 рублей на билеты, я, во-первых, деньгами сразу вот так вот возвращаю 80 рублей. И плюс редкий знак, который я добавлю сюда два билетика. Кстати, билетики подходят еще и от ДТР лотереи «Магия звезд». Тут тот же, тоже либо деньги, либо какой-то символ. Добавлю два билетика для тандема и, собственно, обменяю на 100 рублей. 180 рублей, в два раза больше. Свои 90 вернул, плюс 90 еще остался в плюсе. Так что вот так бывает, друзья, да. Сегодня удачный день, не могу этому не порадоваться. Друзья, я желаю, чтобы у вас попадались игрокам, которые играют в эту лотерею, и Козероги, и что там еще может попадаться редкого у нас. Овен, Рак, Весы. Чтобы вам эти знаки попались, и вы собрали тандем на 6000. Вот это будет выигрыш, друзья, о котором вы напишите в комментариях. Ну а с вас подписка на канал, лайк данному видео и маленький комментарий. Друзья, смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Желаю всем быть удачными и успешными. Всем спасибо.